В Новочебоксарском зоопарке снова пополнение. Вчера, 24 сентября, самка зубра Мулана родила. Сотрудников к малышу она пока не подпускает, поэтому пол малыша еще неизвестен. Зубр – животное из Красной книги, находится под угрозой исчезновения. Поэтому появление данного животного очень значимо для республики. В Чувашии это единственный экземпляр, и вот теперь их стало два. Спешим предостеречь, зубр – представитель диких быков, в раздражении и в гневе опасен. Особенно осторожно нужно быть молодой мамой, инстинктивно защищающей детеныша. Поэтому наблюдайте за питомцами со стороны. Вы можете присылать ваши идеи по поводу имени новорожденного на адрес электронной почты, который видите на своих экранах. Приятных походов в зоопарк!